У всех на слуху есть истории, когда принцы женились на простолюдинках, но бывают ситуации и наоборот. Принцесса Непала Прирана в торжественной обстановке выходила замуж за простого программиста Раджу Бахадур Сингха. Ее родители были совсем не против, ведь незадолго до этого ее двоюродный брат, будущий монарх Дипендра, не сойдясь во мнении с отцом по поводу невесты, перестрелял из автомата всю королевскую семью. Наследная принцесса Швеции Виктория с детства подвергалась насмешкам сверстников из-за неспособности нормально читать и писать. Со временем болезнь отступила, и в 2002-м Виктория влюбилась в фитнес-тренера Даниэля Вестлинга и даже была готова отказаться от трона. Но родители этот брак одобрили, сохранив за ней титул. Принцесса Саяко, младшая сестра императора Японии Нарухито, следуя его примеру, выбрала себе в мужья простолюдина, дизайнера Йосико Куроду. Однако, в отличие от брата, ей пришлось забыть о правах на корону и на щедрое императорское пособие. Дочь короля Норвегии Марта Луиза в детстве говорила всем, что слышит инопланетные голоса, разговаривала с деревьями и хотела жить обычной жизнью. Сначала она вышла замуж за писателя Ари Бена, а сейчас встречается с шаманом Дареком Веретом.